Осенью это время такое уже холодное. У нас, кстати, похолодало. Как у вас с погодой? Утепляться нужно заранее. Лера, ты уже умница, выбрала для себя теплую вещь. Я, во-первых, теплую выбрала. Во-вторых, ты знаешь, Оль, я почему, собственно, с водой? Потому что меня больше всего расстраивает в нашей погоде вот сейчас, так это дожди. Причем дожди, вы понимаете, да, они начнутся у нас вот сейчас начались, а потом будут с мокрым снегом. И вот это вот все будет постоянно происходить. И ты знаешь, вот я поняла уже, что нужно запасаться курткой прежде всего не промокаемой. Вот. Ну, знакомиться будем с полупальто Флорентино. Я подозреваю, что этот стакан ты собираешься вылить и протестировать. Я тебе больше скажу, прямо не на эту, а даже на свою куртку. Да вот ладно, на свою. Лера. Прямо на свою куртку буду выливать эту воду. Вот ты посмотри, что происходит. Ты видишь, я проверила до эфира, и я просто увидела, что вода абсолютно стекает с этой куртки, ты видишь, не промокая, не пропуская внутрь ничего совершенно. Слушайте, вот это да. Я считаю, что действительно, да, вот этой куртке можно доверять. Давайте теперь познакомимся с выгодой. Всего 4999 рублей цена этого полупальто. Скидка 2600 рублей. Мы проверили в прямом эфире. Не промокает. Нет, это, конечно, не дождевик, но на случай, если вы попадете под мокрый снег или под дождь, вы не промокнете. Записывайте название. Полупальто Флорентино. Как у нас называются цвета? Слушай, Оль, так жарко, невозможно просто в ней. Я, знаете, я расстегнулась, сил нет, поэтому я хочу вам сразу сказать. Это не осенняя куртка, это зимний теплый пуховик. Вау. Это минус 30 градусов абсолютно точно. Это куртка хорошо. На двойном утеплителе, представляешь? Это двойной утеплитель. Причем минус 30 мы можем смело себе разрешить, потому что длина хороша. Закрываем бедра, да, вот все те зоны, которые, как правило, зимой, конечно же, намерзнут. То есть длина зимняя. Зимняя действительно куртка, действительно очень жарко. Вот сейчас прям стало в студии, хотя очень сильно работает кондиционер. Зима обещает холодно, так что, дорогие, я вам от всей души рекомендую. Теплая, не промокает, то есть мокрый снег нам с вами не страшен, и цвета можно выбрать. Сделайте заказ прямо сейчас, теплые зимние вещи до минус 30, ох, в магазине дороги. А мы еще и провели тестирование, не промокает. Флорентино называется полупальто. Давайте знакомимся, это цвет бордо, да? Бордо, да, шикарный совершенно. Совершенно оттенок, на мой взгляд, дорогой, красивый, очень такой красивый. Сочный всегда, знаете, вау. Вот освежающий такой цвет, освежает цвет лица прежде всего. Дальше у нас с вами есть бирюза. Вообще меня безумно радуют яркие цвета. Мы можем себе позволить яркие цвета и осенью, и зимой. Следующий цвет капучино. Ну, посмотрите, какой он, как будто такой вот, знаешь, больше даже какао напоминает с молочком. Очень красивый цвет, светленький. Самый благородный, светлый, кстати, да, благородный очень оттенок. Капучино, запишите название. Черный цвет, да. Конечно же, классический. Тем, кто все-таки предпочитает эти оттенки, есть у нас в наличии, если хотите, пожалуйста. Ну, а я примерила синий цвет, темно-синий цвет, который послужит отличной альтернативой, кстати, черному, если вам нужна темная вещь, но все-таки не в таком вот черном уж прям классическом оттенке. Вот мне нравится бирюза. Давайте посмотрим на наших девчонок. Они уже сочетают полупальто Флорентино. Танечка выбирает в сочетании с юбкой, а наша Лали выбирает в сочетании с брюками. Вот сразу видно, это многофункциональная вещь, и это так здорово, что мы можем носить абсолютно с любыми вещами. Делайте свой выбор в пользу качества и тепла. Размеры от 52 до 60. Лера, вот как лучше выбрать нам размер? Ты знаешь, мы здесь прям четко выбираем размер в размер. Оль, мы примерили эти куртки все перед эфиром. Наш продюсер, кстати, примеряла себе, выбрала тоже. Четко размер в размер. Причем, знаете как, если вы, например, носите 52, так. Выбираете куртку 52 размера, у вас останется пространство, свобода для того, чтобы надеть внутрь еще свитер, надеть платье. Вот Танюша нам сейчас как раз это демонстрирует. Поэтому не переживайте, не нужно плюсовать размер, не нужно увеличивать свою размерную сетку. Берите свой российский размер. Итак, четко. Берем четко полупальто Флорентино размер в размер с бесплатной доставкой. Всего за 4999 рублей. А самое главное,
до минус 30. Мы абсолютно будем себя чувствовать в полном комфорте. Ну, ты знаешь, я, например, люблю вещи, которые трансформируются. Да, мне нравится, что можно себя, ну, как-то по-разному представить. Ну, во-первых, у меня лично в шкафу места не очень хватает, квартира небольшая, чтобы еще один шкаф поставить. И куртка такая, куртка вот эдакая, длина такая, сякая. Я люблю, чтобы в одной куртке было все. Вот правильно, тем более, что на всякий случай жизни. Правда же, отправились гулять, где мокрый снег, может быть, да, холода. Не любите шапки? Пожалуйста, на этой куртке есть капюшон. Теплый, причем он тоже, посмотрите, на двойном утеплителе, видите, какой функциональный, большой капюшон, как положено. Но, если вам хочется образ более элегантный, более изящный, эта куртка нам тоже позволяет. Между прочим, не каждый пуховик с этим справится. Смотрите, что мы делаем. Отстегиваем капюшон, это очень просто, получаем ворот-стойку. Высокий, теплый, можно, кстати, даже зимой обходиться без шарфа. Посмотрите, слушай, вот класс. Какой он действительно утепленный. Ты знаешь, я не могу никак понять, где ты отстегнула, пристегнула. Вот внутри. Да, вот внутри молния. Лер, мне не нравится, когда капюшон пристегивается за стойкой, на лицо. Сразу видно, А здесь ничего не будет видно. Кстати, если вы не решаетесь выбрать, например, вот этот изящный цвет капучино, ой, как красивый на нашей Танюше, в силу того, что считаете, что марки цвет, ну, мало ли, транспорт, да, или с детьми играть, гулять, то я вам могу сказать смело, вы можете выбирать любой цвет капучино, вы можете выбирать бирюзу светлую, потому что эту куртку можно стирать дома, причем стирать ее прямо в стиральной машине, никаких деликатных режимов, обычная стирка. Подожди. Лера, ты сказала, это пуховик. Ну, да. Как стирать? Ну, ты права, да-да-да, нужно пояснить. Все знают, что такое постирать пуховик, да? Что? Это просто мука. Потом с этими комками пуховыми сутки напролет разбирать. И вообще, это, конечно, очень трудоемко. И у некоторых еще и аллергия бывает на пух. Согласна. Поэтому здесь используется не пух. Здесь используется файбертек. Причем файбертек двойной. Давайте посмотрим вот сейчас на утеплитель. Я вам, кстати, сразу еще один секрет расскажу. Двойной файбертек. Файбертек, в принципе, до минус 20 выдерживает температуру. Двойной, представляете, 30 смело. Посмотрите, что здесь у нас с вами. Еще правило закрепления утеплителя. Стежка, как мы с вами видим, которая крепит утеплитель, это не только декоративный элемент, должна быть только с одной стороны. Потому что внутренняя часть, видите, вот он наш подклад. Вот этот красивый, роскошный. Слушай, классный, класс. Посмотрите, этот подклад еще и не простеган. Это очень важно. Если стежка сквозная, если вы видите такое в магазинах, что даже толстый пуховик, но он простеган насквозь, все, Оль, это при нуле градусов замерзнет. То есть это не на зиму уже. Это не на зиму, потому что через сквозную стежку попадает холодный воздух. Здесь образуется тепловая подушка. Полупальто Флорентино — это новинка, вообще абсолютная премьера, впервые на экранах телеканала Shop & Show. И, конечно, замечательная скидка. Трансформируется за счет того, что у нас съемный капюшон и двойной утеплитель FiberTech, но при этом легкая стирка, вы просто стираете в своей стиральной машинке. Я все-таки возьму капучино, я выбираю его для себя. А вы какой выбрали цвет? Бесплатная доставка, абсолютное тепло до минус 30.